года я тут живу. И каждый вечер вижу закаты красивые. В этом месте великолепные закаты. Да. Тут прям солнце в море садится, и все красное. Красота. Ну, напомнить надо, что мы на побережье Медальена. Или Дан-Бантаяна. Дан-Бантаян. Бантаян. Дан-Бантаян. Красота. Не мешай мне мечтать. Ну, убери камень, ты меня смущает. Я же мечтаю. Чистенький. Песочком его зашлифовало. Нет он никакой зелени на нем. Белый. Белый. Красивый. Кусочек был нести с собой и любоваться. Последствия извержений вулканов, однако, в древности. Представляете, вот это вот строение, вот вся береговая линия, как стоит около моря. И стена вот совсем небольшая. Рукой покажи, какая небольшая стена. Вот. Вот эти дома буквально стоят в море. Я даже представить боюсь, большая стена, и наш дом бы стоял рядом с морем, так как тут дома. Нас бы, блин, наверное, нафиг смыло. А вот это вот побережье, обратите внимание, именно это побережье не такое опасное, как у нас. По крайней мере, я так думаю. Наверное. Это чей-то септик. А-а-а. Вон труба выходит. А-а-а. Это был чей-то септик. А, понятно. Ну, полуразрушенный дом. Но он, короче, мне кажется, не морем разрушенный, а просто от времени, да, разрушенный? Да, море разрушило. Море? Да. Потому что все равно соль, ветер – это агрессивная среда. Природа берет свое, разрушит хоть что. Надо же смотреть, укреплять, ремонтировать. Ну да, здесь просто получается, что никто не живет, никто не смотрит. Конечно. Надо постоянно ремонтировать. Постоянно где-то подмазал раствором, где-то подлил стеночку. Вот как мы у себя. Постоянно же нам ломают волнам, постоянно ремонтируют. А если бы не будем ремонтировать, так у нас бы и дом уже давно смыл. Вот я про что и говорю. Это же агрессивная среда. Море. Море, да, соль. Поэтому тут нельзя так, что построил и забыл. Нет, тут постоянно надо что-то делать. Песочек беленький. Белый, красивый. Ну, он, конечно, не такой мелкий, немножко крупноватый, но все равно красота. Мы, друзья, когда порой по этим краям катаемся на байках, мы заезжаем вот на это побережье и любуемся. Здесь особенно красиво по вечерам, как сказал Костя в начале, потому что в этом месте солнце садится в море. Но тут такая красота просто невообразимая, конечно, по вечерам. Но мы вечер ждать не будем, мы поехали дальше. Кстати, это место нравится не только нам. Обратите внимание, и местные приехали искупаться здесь. Я бы, конечно, тоже искупалась с удовольствием, если бы у меня было во что потом переодеться. А ты бы искупался бы? Легко. Thank you.
он рыбину, смотри, через мост потащил. Вон, вон, вон. Большую рыбу застрелил. Вот это улов, вот это рыбина. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот на им, вот фишные. Тагиги. Тагиги? Я. Yeah. А, Филиппина Тагиги. Я. In English? In English? А, макарель? Кинг макарель. О, во, найс. Макрель English. In this place. In this place? Yeah. Ooh, very good. Thank you guys. Bye. 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 Говорит, что макрель это. А, макрель застрелил, да? Да. Ага. Ну иди посмотри. А я вижу. Ага.